Forever in my mind, only you. The pieces in my life go away with you. Forever in my mind, only you. The pieces in my life run away with you. Всем привет, меня зовут Тика, и заранее прошу прощения за свой ужасный голос, так как, кажется, я очень сильно заболела, и знали бы вы, каких трудов мне стоило подняться с кровати, накраситься, собраться и сесть сейчас перед камерой, поэтому я очень тебя прошу, поставь палец вверх под этим видео, ведь тебе не сложно, а для меня это просто огромная поддержка. Я у вас спрашивала, хотите ли вы больше распаковок на моем канале, и вы ответили, что да, так что сегодня будет распаковка милейших штучек от Kawaii Box, это ежемесячная коробочка. И эту коробочку я хочу посвятить Дню Святого Валентина. Порадуйте себя и своих близких. И в конце этого видео будет просто огромнейший, серьезно, будет огромный конкурс. Так что обязательно досмотри это видео до конца. Ну а перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал, ведь дальше будет круче. Поставь палец вверх под этим видео, ведь оно тебе понравится. И напиши в комментах, какое видео ты ждешь от меня следующим. DIY, разговорное видео, может быть обзор фильмов или книг. Так что обязательно напиши в комментариях, и мы начинаем. Вот такая вот коробочка мне пришла. Она, к сожалению, в пути повредилась, но тут есть заверенная бумажечка о том, что посылка была получена в поврежденном состоянии. Итак, я открываю нашу коробочку. Ой, аккуратно я это делать не умею. Итак, первое, что я вижу, это вот такая вот открыточка Happy Valentine's Day от Kawaii Box. Это очень-очень-очень мило. Тут нарисован милейший котик. И здесь написано January 17. То есть это коробочка январьская, да. Но написано Happy Valentine's Day, я не совсем поняла эту тему, но да ладно. И здесь написаны все продукты, которые находятся в этой коробочке, но я смотреть не хочу на них. Так, сначала идет какая-то упаковочная бумага, и что я возьму наугад? Боже мой, это очень миленькая ручка в виде конфетки, если я поняла. Вот так вот она выглядит. И боже мой, она такая милая, я думаю, что скорее всего она черная, но мы с вами это еще проверим. Так... Итак, следующее это такая игрушка для детей. Я этим пользоваться, конечно же, не буду. Я подарю это кому-то из знакомых. Но штучка, в принципе, прикольная и миленькая. Итак, следующее, что я вижу, это... Боже мой, это блокнотик. Нет, это не блокнотик. Что это? Давайте откроем. У меня есть варианты, что это? О, это зеркальце, это вот такое вот классное зеркальце. Оно, боже мой, оно очень миленькое, тут нарисована еда, а это всегда круто. Да, да. Ну, а следующее, что я вижу. Боже мой, это что-то мягкое, пушистое и очень-очень кавайное. Вы только посмотрите на эту милоту. Боже мой, я не знаю, кто это кошечка, крыса. Опустим эту подробность, но штука очень милая. Итак, следующее, что я беру, это... Что это? Ring Premium. Как я поняла, это то ли звоночек, то ли какая-то цеплялка. Где-то здесь я напишу точно, что это, но, по-моему, это очень мило, потому что здесь вот этот зайчик. Итак, следующее я достаю, это... Это какая-то еда. Это конфетка Popcorn от Disney. Это что-то очень милое, мы это попробуем потом. Итак, следующее. Ага, это какие-то штуки, которые надо делать. И если вы хотите, я сниму подобное видео, так что обязательно напиши в комментариях. И да, напиши в комментах, хочешь ли ты два видео в неделю. Одно будет выходить во вторник, допустим, а следующее в пятницу. По-моему, это неплохая идея, но напиши свой вариант в комментах. Итак, следующее, что я вижу, это... Не вижу. Это значок, на котором написано Yum and Candy. Он нежного такого фиолетово-розового цвета. Это очень мило. Я его куда-то прицеплю на рюкзак. И это классно. Итак, что здесь у нас? Возьмем что-то. О, это наклеечки. Боже мой, это милые, пушистые наклеечки в виде сердечек. Это очень круто, потому что я как раз хотела купить каких-то стикеров и наклеечек для своего ежедневника. Вот такие вот наклеечки со стразиками. Тоже прикольная штука, потому что, ну, это стразики. Конечно, хорошо. И последняя вещь, это вот такая вот миленькая заколочка с бантиком.
Я думаю, может быть, я даже буду носить. Она выполнена качественно, и это мне нравится. Но для того, чтобы выиграть одну такую коробочку, тебе нужно подписаться на мой канал, поставить палец вверх под этим видео, вступить в мою официальную группу ВКонтакте и в комментариях скинуть ссылку на свою страницу ВКонтакте, а также в описании перейти на Kawaii Box, там будет специальная ссылка, и дальше вы поймете, что делать. Победители определяют сами Kawaii Box, так что да, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Сияйте как можно ярче. Увидимся в следующем видео. Пока!